Хочешь попасть в топ комментариев в новом видео? Поставь лайкосик видосу и напиши интересный комментарий. Есть мы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакции ютуберов. Не забывайте поддержать видео с лайками, комментариями, подписками, колокольчиком. Вступайте в наш телеграм, это крайне важно. Вы не будете пропускать интересные видосы и новости канала. Пишите, что хотите увидеть еще в комментариях. Приятного просмотра. И чек-печеньки, погнали смотреть. Не снимал долгое время, уже отвык, по тебе соскучился. Ну, так что, если что, если увидишь какие-то отличия, не знаю. Три раза, что это такое? Тебе не должно быть здесь? Мы с тобой, походу, какую-то пасхалку нашли. Три раза. Три раза что? Три раза... Это по-любому какая-то пасхалка. Я пущу ее. А я не могу ее не пустить, кстати. Мы все равно с тобой сейчас, если что, только начали. Посмотрим, что будет. А? Три раза. Ну, проходи. Это два. Воу, прикольно. Мне нравятся такие вещи, родной. Я тебя пустил три раза, и, видимо, сейчас надо ее выгонять. Не знаю, должно ли быть так, но мы вроде правильно все сделали. Пич-пичес был, Оркус был, этот был. Они все у меня были, да? Два. Три раза. Какая-то ачивка. Нифига себе, кто это? Я такой... У меня все эти раньше были, но вот этого не было. Это... Кто-то вообще, что тебе на... Три раза. Она всегда отвечает три раза. Я ее запущу. Сейчас миссия и закончится. Так. Их трое придет, да? Прикольно. Чат, что за странная штука? Комментарий из чата. Это добром не кончится. Ну ладно. А я думаю, кончится. Я думаю, сейчас все будет хорошо. Да. Так, но нет, в общем, какую-то приколюху нашли, три раза кого-то запустили, но я рестарчу, ребят. Я рестарчу, потому что здесь все пацаны, мы их видели. Что это такое? Три раза. Это кто ко мне пришел вообще? Тебя здесь нету нигде. Каких три раза? Я не знаю, давай три раза. Три крестика тебе поставлю. Три раза. Ладно, проходи. И кого я вообще пропустил? Чё три раза нужно сделать? Не, я не знаю, чё точно три раза нужно сделать. Тихо. Сейчас снова придет? Она типа три раза... Окей, давай три раза тебя пропускаю. Что происходит вообще? Какие три раза? И да, она реально больше не пришла, и к нам просто пришел слон. Блин, мы так идеально шли.
Ух, какая. Опа, опа! Три раза. Айди нету? Что? И что мне дальше с ней делать? Такой нету, да? Я так понимаю. Вопрос. Я думаю, надо сюда жать. Или посмотрим, что она сделает. А давай, заходи, пофигу. Заходи. О! Она типа три раза придет? Она реально три раза пришла, прикинь? Что за... Это интересно, это прям очень интересно, друзья. Сколько я дупельгангеров пропустил и сколько раз меня сожрали. Ух ты, матерь божья. Опа, три раза, говорит эта девочка, но ее очевидно нет. Нам дали ачивочку за то, что мы ее встретили. Слушай, у тебя совершенно ничего нету. Три раза. Ну давай мы тебя пропустим. Она дупельгангер? Да вряд ли она дупельгангер, все нормально. Меня не жрут? Стоп, меня жрут? Меня не жрут. А, ее надо три раза впустить. Три раза. Ха-ха, это интересно. А я хочу ее впустить три раза. Так, сейчас придет третья. Блин, а вот это прикольно. Вот это вот мне нравится. И она тоже три раза. Впустили ее три раза. Это три дупельгангера. Либо это три сестры, я не знаю, тройняшки. Так, что со мной будет? Меня сожрут? Или мне дадут еще одну ачивочку? Нет. Смотрите-ка, все нормально. Мы впустили трех каких-то странных дамочек. Это очень странно. Я думаю, что да, скорее всего. Так, мы кого-то... Смотрите, дамы и господа, мы кого-то очень особенного встретили. Я уже даже... Мы даже ачивку получили. Кто это? Ее в списке нет, и она здесь не живет. Смотрите, что происходит. Смотрите просто. Смотрите, что происходит. Кто это? Давай у нее ID. Давай реквест. Три раза. А что три раза? Надо три раза тебя попросить о чем-то. Три раза. Тебя троица зовут? Триша? Три раза. А что с тобой делать-то? Это другой 42? Вообще непонятно, кто это. Ох, красота какая. Да, очень. Другой 42, она красивая. Почему мне нравятся все левитирующие? Но оно как-то более воздушным кажется. А, может... А что надо-то? Почему она все время про три говорит? Что ей надо? Она кроме как три ничего не знает. Три раза. А что три раза? Тебе нажать куда-то надо три раза? И вот что за ачивка выпала? Ее бы даже хоть посмотреть. Ну и что, пропустим ее или мы ее в утиль? Давайте, ваше мнение. Я жду чат. Вот будем сейчас, я смотрю, что будет больше. Так и поступим. Давай. Так, в утиль ее надо на завод сосисок пропустить утиль. Утиль, она вернется, если в утиль. Она вернется, если в утиль ее. Это в утиль и альфа в утиль. На шаурму. Давайте в утиль, хорошо. Ваша взяла. Я бы пропустил. Ну, я даже не знаю, она вообще, она мимик, она допель, кто она? Она нормальная. Ее в списке нет. Ну, сейчас мы узнаем. Если сейчас появится лицо, по идее, да, опять за ним, то тогда она, типа, была нормальная. Нет, не появилась в канал. Значит, все правильно, в детдом. И раньше Фрэнсис ушел в семье, теперь значит ушла. Так, теперь два человека, а не один, да. А, она три раза теперь так придет к нам? Это прикол. Это интересно. Ну, в списке же нет. Ну да, нету, не докопаться. Она шаурма. Нет, она воскресшая шаурма теперь, видите?
Ну давай еще раз. Значит, три раза она захочет быть в утиле, скорее всего. Либо ее три раза утилизировать, либо три раза ее надо пропустить, получается. Она вернется. А, не надо, тетя, да. Так, ну что, давайте, делайте ставки сейчас. Придет третий раз или нет? Давайте. Да, нет, да, нет, да, нет. Говорите. Может пустить, и три раза она пойдет пельменной. Да, категорически в утиль. Три раза надо в утиль. Она наша, это наша училка. Да, третий раз она пришла. Она пришла в третий раз. Давай посмотрим, что будет. Ну, давай третий раз. Ну, короче, с ней ее надо либо три раза в утиль, либо три раза пропускать. Другого не дано. Ну, давай посмотрим, что это нам даст. Сейчас вообще нахрен все взорвется, и все, игра закончится. Все. И мы откроем еще один режим. А что она как сапог... Так, а что она как сапог в спагетти... со спагетти на голове? Ну, она странная, да. Да, придет, да. Пять уже. Три хорошее число, да. Бог любит троицу. Теперь... Пускаем. Три раз. Да это уже четвертый раз, подруга. Это какой-то лак или что? Не, ну давайте ее теперь уже пустим. Давай, нет, все, интересно, что будет. Все, я ее запускаю. И сейчас... Все будет. Да в смысле? Че? Че, это какой-то лак или что? Три раза она пришла. Давай, ладно. Да, и количество частиков. Может, пустить надо? Давайте. Второй раз пускаем уже. Три раза в утиль, второй раз пустили. Непон, да, непон. Вообще, да, это бесконечно. Прикиньте, сейчас еще раз придет. Да вообще, да. Так, ну хорошо, три раза в утиль, три раза пропустить. Что тебе еще от нас надо? Ты че? Давай. В конце концов, что происходит? Что за дела? Вот для стримов самый раз. Все, три раза. Значит, с трех раз она проходит. Она, короче, вообще. Если пора связать, тыкай сюда кучу крутых видосов. Рекомендую зайти в раздел видео. Там вообще много-много всего интересного. Увидимся, услышимся в новых видосах. Пока-пока. Вступайте в Телеграм.